Вы его застрелили? Нет, я видел, как кто-то нанес удар. Кто? Я не знаю. Что случилось? Я слышу... Малкольм! Боже, кто-нибудь сделал ему искусственное дыхание? У него кинжал из груди торчит. Вряд ли он придет в чувство. Может, его вытащить? Нет, он же длиннющий. Это все равно, что вытаскивать... Господи. Надо было оставить его там для легавых полков. Я суну его назад. Не надо назад. Господи, послушайте моего мужа, он детектив. Да-да, что нам делать, мистер офицер? Ну, для начала, давайте все же просто перестанем вытаскивать и вставлять орудие убийства в грудь жертвы. Вообще-то лучше совсем не прикасаться к телу. Он хотел оставить все, что имел, тебе. А, кстати, подпись-то есть? Нет. Да. Нужно проверить, нет ли у него при себе другой копии. Копание в карманах трупа тоже квалифицируется как прикосновение. Да, простите, что пришлось вас одернуть, мисс Баллард. Вы восхитительны, вы поистине неотразимы. Так, хорошо, что еще? Важно сохранить все в нынешнем виде. Капитан Вонг, вы не могли бы запереть эту комнату? Да, конечно. Чудно. Значит, можно начать допрос подозреваемых. Допрос? Не будем мы никого допрашивать. Вонг, вы запрете это помещение и передадите ключ мне. Потом свяжетесь с Интерполом, пусть ждут нас в порту Монако. А я тем временем хочу внимательно изучить креветок. В целях расследования? Нет, Вонг, просто я жутко голоден. Остальным рекомендую запереться в своих люкс-вип-каютах, потому что среди нас... убийца. Одри? Здесь. Захвати соус к креветкам. Есть.